продлить ожидание весны, как можно под рокот капели, прелюдии мне надоели, предчувствия вряд ли важны. Ведь если мы сходим с ума под стать ошалевшим от света ночным мотылькам, так не значит ли это, что мир покидает зима? Уже и среди белого дня не в силах я скрыть свои чувства. Ох, думаю, тяга к искусству вот-вот доконает меня, поглотит меня, как пучина, сомнет, как бумаги листок. Тогда не ответит ли кто, зачем я живу, дурачина, отторгнутый светом и тьмой. Скажи-ка, доколе между нами нарушен душевный покой? Не легче ли было тайком не встретиться и не расстаться?